внесли большой вклад в развитие округа. Золотые имена Югры назвали сегодня в Ханты-Мансийске. 15 человек разных профессий и национальностей удостоены звания лауреат проекта и сертификатов почетный член Ассамблеи народов России в округе. Кстати, именно это региональное отделение является инициатором проекта «Золотые имена Югры». Среди героев праздничного вечера и заслуженный учитель Российской Федерации, отличник просвещения Евдокия Истомина. Еще 30 лет назад женщина создала первый школьный музей в Белоярском районе, который до сих пор пополняется разными материалами. А еще сформировала проект «Истоки зырянской культуры» и виртуальную книгу о героях войны. У меня вехи истории Кызыма полностью, вот начиная с 15 века, вот как я могла собрать материал. И сейчас уже дополняю то, что происходит в Кызыме знаменательное, я дополняю. Это первое. Второе, значит, вехи истории школы тоже. Чествование лауреатов проекта «Золотые имена Югры» проходит в рамках Всероссийского форума национального единства. Мероприятие такого масштаба регион принял впервые. Свои культурные проекты здесь презентуют участники со всей страны. Это более 700 человек. Оценивать практики в области сохранения культурного наследия народов России будут федеральные эксперты. Сегодня они дали старт всем семинарам.